tout à l'heure. Merci. Девчонки, покупаем шоколад. Покупаем шоколад. Лучший шоколад покупаем. У меня разбегаются глаза. Девочку, которую вы видели, она была оперирована 2-3 недели назад в сердце. Она вышла на подиум. Оперировал известный французский профессор. Пардон. Даже есть косметика, шоколадная косметика. У меня разбегаются глаза. Я не знаю, что покупать. Беру джай. Возьму балатин до этого шоколада. Шоколад. How do they come into the house now? No, it's inside the box. Ah, you don't have only this? No, no, this one only. Ça marche pareil. C'est une bonne dégustation à vos salons. Merci. À bientôt. Au revoir. Oui. Coucou. Je voudrais prendre cette balatine là. Non. Je, oui, c'est là. Oui. Vous pouvez parler français, je parle français. Celle-là. Девчонки, я отключаюсь, то, что нужно сейчас платить. Муж с сыном пошли пить теплый шоколад. А я
купила уже шоколад. И сейчас буду выбирать что-то интересное. Хочется выбрать что-то необычное. Не пралин, что-то необычное. А, красавицы, девочки, венесуэлки. Чтобы мы не потерялись с мужем. Какие красавицы. Вот какао из Перу. Представляется стенд из Перу, из Бразилии, из Италии, из Бельгии, из Франции, с Южной Америки, моей любимой Южной Америки. Обожаю Перу, людей. Они очень... Нация добрая и позитивная. А это самое главное. Главное — это не нести зло. Мадагаскар. Тут нужно минимум 3 часа, чтобы обойти все стенды, потому что очень много... Вот эта скульптура сделана в шоколаде. Посмотрите. Просят не трогать, написано. Кто читает по-французски, посмотрите. Скульптура «Реализе ан шокола». Ну, естественно, вы прекрасно все знаете, что эти скульптуры взяты из Нотр-Дама. Пошла я искать диковинку. Что-то необычное. Главное не потеряться с мужем. Девятнадцатый год, трофея Патиссье, ребят. Вы можете заказать шоколад онлайн, то есть в интернете. Те, кто не смог посетить выставку, в зависимости или не смог, или не было мест, либо не было возможности, вы можете все заказать в интернете. Все возможно. Кафе Арабика, Трюфносет. Мерси. Здесь вы можете купить карамель. Здесь там Марокко. Bonjour.
des salines. Вкусняшки Марокко. О-ла-ла, какой выбор. О-ла-ла. Да, выбор здесь огромный. А где ж печенье найти, печенюшки? Печенюшки! О-ла-ла-ла! О-ла-ла-ла! Все сделано из шоколада. Оригинально. Медовик, медовый торт. А вот это очень интересно. Винегр для салата из ананаса. Ваниль. Крем бальзамик для муска. А, вот я вот это куплю. Смотрите, крем бальзамик черешня. Это для салата, я сейчас куплю. Фрамбуаз и ваниль. Est-ce que vous permettez, je voudrais goûter cerise et framboise vanille. Ah, attendez, je finis avec la dame et je vais goûter la cerise noire du coup pour terminer, et je rajouterai forcément. Qu'est-ce qui est meilleur? Le problème, c'est les palais de chacun. Ça dépend. Moi, je les aime toutes plus ou moins. Moi, j'avoue que. Après, il y a le vinaigre basique. Le vinaigre basamique est différent. C'est différent, ouais. C'est deux choses. C'est plus alcool. On ne peut pas associer un vinaigre basamique avec de l'ail, par exemple, parce que ça n'a pas la. C'est ça. Ça doit casser la saveur. Ça, c'est cerise. Hein. Vous avez goûté. C'est bien ce que je ne trouve pas. Peut-être que j'ai goûté trop. Mais je vais rester sur ma famille. Hein? Framboise? Ok. Il reste 4 heures, ça. Je vais goûter aussi vanille framboise après. Oui, oui. J'aurai l'occasion de les tapis comme ça, vous avez le site et tout ça. Je verrai pour l'huile après. Oui, pas de souci. Donc, il y a de la farine. Девчонки, я отключаюсь, мне нужно купить и попробовать. Donc, les 4,25. Сделано полностью из шоколада.